Ну что же, всем привет. Очередное обновление от Blizzard по Overwatch, летние игры. Бегом на пляж. Вдова какая. Один контейнер дали. Смотрите, какая вдова. Музыка хорошая играет, ничего не скажешь. Давайте посмотрим по коллекциям, что есть. По скинам. У Дивы ничего нет. Ничего. Да вроде бы тоже ничего. Лучшая. Таблица рекордов. Погодите. Богиня Победы. Красивый скин. То есть старые скины, которые с прошлого года, их продают просто обычно. По обычным ценам. Вот ангелу и куплю. Мне в прошлом году этот скин не достался. По-моему, когда шла акция, ну, в прошлом году, летние игры, я, наверное, уровни 80 поднял, чтобы выбить вот этот скин. И чтоб вы думали, он мне не выпал. А тогда скины покупать нельзя было, только из контейнеров. Спасибо, Blizzard, что позволили играть тем, кем я хочу. Богиня Победы. Ну, красивый такой скин. Так, вроде бы на вдову там еще был какой-то скин. Давайте посмотрим. Батюшки. Ой-ой-ой, уберите детей от экранов. Чуть, что у нее с винтовкой? Почему такой отстой? Винтовка не нравится. Так, кто там еще был? Макри. Макри. Да, это забавно. У него что, вместо пистолета сигнальная ракета, что ли? Посмотрите, какое дуло, блин, у этого пистолета. Так-с. Солдат. Где он? Вот он. Тоже механик какой-то. О, блин. Ствол тоже полный отстой, блин. Мне не нравится. Скин, да, прикольно, а ствол нет. Так, я быстро гляну, есть ли здесь еще какие-то скины. Если нету, то я вам скажу об этом позже. Ребят, вот ножница нашел новый скин. Это... мотогонщик. Ну, я даже не знаю. Вот вытягивает только плащ. Все остальное, ну, не знаю. Вот шлем могли как-то и по, ну, более устрашающим сделать. Но вот оружие более-менее неплохо выглядит. И еще у него есть новые эмоции. Я раньше такой не видел. А я чё? Я ничего. Так, еще на Сомбру нашел кое-что интересное. Ныряльщица. Вот этот скин очень классный. Я бы с таким ходил. Из эмоций тут ничего. Победные позы. Может... ну, Сомбру в прошлом году не было, поэтому такой победной позы не было, соответственно. Выглядит забавно довольно. Так, ну и больше на нее ничего нету. Так, на трейсерку есть, по-моему, победная поза новая. Я вот такой не помню, чтобы была. Она как-то неестественно моргает. И все, по-моему, на трейсер больше ничего нет. Так, ну и последний. На фару есть только лучший момент матча. Это ж читерство. Так, и на Ханза есть... победная поза, медалька. Есть лучший момент матча, который выглядит очень круто. Классно. Вот и все. Ну там это что касается скинов и тому подобное. В основном добавили, ну знаете, там реплики, граффити, вот эти никому не интересные. Из скинов вот то, что я вам показал, это уже есть. Так, ну давайте посмотрим, что здесь из потасовок есть. Что?
Да? Кубок Лусю? Это... Поднимайте свой ранг соревнователем и... Что? Рейтинговая игра в Лусю Боле? Это как? Это законно вообще? А что за награды? Ну да, граффити, там значок, все эти... То есть... Соревновалка будет еще и в этом режиме? Она как, наравне с основным режимом останется или только вот на период летних игр? Ладно. Ну, в принципе, то же самое. Ну, Лусио Бол, я думаю, уже всем знакомый. Ладно, давайте, сыграем. Как только катка найдется, я включусь. Уа! Стоямба! А, я стрелять не могу, я думаю, чё ты не стреляешь? Ох ты! Как засейвил. Не, вы чё? Не круто. Совсем не круто. Войс. Ауч. Где он? Я вообще не понимаю. Я небольшой фанат футбола. Есть такое дело. И так сойдет. А интересно, что ульта делает? Ну вы чё? Ух ты! Какой гол был, вы это видели? Вот давали бы здесь ускорение почаще. Игра была бы в разы динамичнее. А, теперь я на воротах. Ну же. Я покажу, как надо. Какой перехват? А, он ускоряется. А, вот это мужичка по мне. Я покажу, как надо.
Нет! Да! Да! Да, я быстрее бегаю и выше прыгаю с этой ультой. То есть не притягиваю к себе мяч. Это даже интереснее. Так, ладно. Нет, 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 нет. Давайте, ребят, вы сами. Я покажу, как надо. До конца матча остается минута. Сей, забьем. Блин. Ребят, когда вы были маленькими, играли в футбол во дворе, кто из вас чаще всего стоял на воротах? Я небольшой поклонник футбола, это, наверное, один мой из самых нелюбимых видов спорта. Может, поэтому я всегда стоял на воротах. Ах ты... Где он? Хорош! Ой, как хорошо! Ну, 2 секунды, за 2 секунды, я думаю, они уже ничего не изменят. Блин, посмотрите, как забавно выглядит. Как команда. Ну, что можно сказать? Режим хороший. Играть я в него, конечно же, не буду. О, 3 гола я забил. Ничего себе. А мне? Плюсик, нет? 6 сейвов. А то, что я 3 гола забил и вытащил нашу команду, это ничего страшного, да? Ну, не знаю, посмотрим еще, наверное, квалификацию саму. Хотя, я думаю, там будет все то же самое, только по системе рейтинга. Я просто думаю, что еще вам показать. Ладно, давайте, наверное, квалификацию будем записывать в следующий раз. А на этом уже закончим. У вас есть соблазн открыть коровки? У меня большой. Ну давайте, знаете, как сделаем? Я чутка поднакоплю. Поиграю еще немножко в этот Люси Бол. А потом вернусь и откроем, хорошо? Сейчас прикольная штука случилась. Мяч нам вроде загнали ворота, но гол не засчитался. И мяч там отражировал таким образом, что он провалился под землю. И вот сейчас я не знаю, что нам делать. Ну, как бы мы побеждаем, в принципе. Это нам на руку, но... Противоположной команде, наверное, обидно. В общем, такая забавная штука-дрюка получилась. Так, нельзя стоять на месте, я должен действовать, чтобы меня не выгнали из матча. В общем, это вот... Жалко, что я не включил запись до этого, чтобы показать вам этот баг, но вот он случился.
Так, ну что ж теперь самое вкусное? Контейнеры? Я сказал накоплю, но вот что-то 6 штучек. С потасовок выбил. Ну, давайте, поехали. Так, переработанная система лута. Теперь нет дубликатов. О, это, вот это классно. Возьму. А... Почему бы и нет? Освободи свой разум. Дальше. Ну, сейчас что-то ничего не выпало. Команде все равны. Вот это ты правду сказал, да. Попробуйте догнать. Лусь у тебя догонит. Ну, в принципе, мне вот такое в прошлом году не выпадало. Ну, что-то как-то бедновато. Ну вот. Неплохая поза. Возьмем. Всегда на страже. Винстон граффити. Бастион граффити. Мне интересно. Хочется выбить вдову и хочется выбить ангелу. Все, больше мне ничего не надо. Граффити, граффити, граффити. Ой-ой-ой, две фиолки, ничего себе. И это эмоции, которых у меня нет. А, это лучший момент матча. Да, давайте, пускай будет. Ну вот этот неплохой, почему бы и нет. Давайте. И последний. И ничегошеньки. Ну да ладно. Давайте я куплю себе вдову. Нет, не сюда. А, вдову скин. Почему бы и нет? А хотя не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сомбру, лучше сомбру. Лучше сомбру, она круче выглядит. Да. Сомбра классная. Узишка у нее такая зеленая. А все остальное уж как-нибудь выпадет. Потому что на сомбру у меня на сомбру вообще нормальных скинов нету, по моему мнению. А так хоть приличный скин будет. Ну ладно. Соревновалку в Лусю Поле посмотрим как-нибудь в другой раз, окей? До новых встреч и хорошего вам лута. Пока-пока.